Студентов ожидала насыщенная образовательная программа, которая включила в себя тренинги личностного роста и эффективности, лекции, интерактивные занятия, встречи с лидерами молодежных общественных организаций, деловые игры. В школе актива ребята смогли найти решения в управленческих кейсах и командных тренингах. Обществу нужна молодежь. Молодежь самостоятельная. Молодежь, способная принимать решения. Молодежь, которая готова конкурентоспособности. Именно поэтому в начале года уже стало доброй традицией мы проводим школу актива. Школу актива для студентов, которые поступили в наше учебное заведение для получения определенной специальности профессии. Площадки все активны, интерактивны. Площадки все дают первую возможность для проявления своих личностных, индивидуальных, лидерских качеств. Именно за этими лидерами, которые сегодня получат первую свою основную подушку в жизни, смогут пойти остальные студенты. Студенты, которые готовы получать специальность, которые готовы быть конкурентоспособными. Приглашенные эксперты провели мастер-классы по актуальным для студентов среднего профессионального образования темам. На одной из площадок студенты поближе познакомились с направлением волонтерства. Волонтерством заняться никогда не поздно. Главное – найти себя в этом и найти там свое какое-то удовлетворение своих потребностей. Наша задача – понять, кто такой волонтер, чем он занимается, что это не только какая-то помощь пожилым людям, там, по дому, в огороде, перекидать уголь, а то, что это очень большой пласт работы, это и мероприятия различные, и помощь животным, и участие в областных разных мероприятиях. Очень-очень много разных направлений волонтерства есть, и мы с ними со всеми познакомимся сегодня. В помощь первокурсникам классные руководители, кураторы горно-технического техникума стараются всегда шагать в ногу с воспитанниками и быть на одной волне. Им нравится, заинтересованы, глаза горят. То есть я думаю, что вот такие мероприятия как раз и будут сплочать группу, будут ответственнее они относиться, ну и интерес появится, что не только учиться, но и студенческая жизнь, что она самые классные, самые годы. Мне больше всего нравится, конечно же, заниматься внеучебной деятельностью. Мы сразу же с детьми мобильные, создали все в соцсетях страницы, то есть любим активно участвовать, показывать свою внеучебную, учебную жизнь. Какая у вас группа? Классная, я бы сказал, даже разнообразная. Есть тихони, есть повеселее парни также. Заводила. Так интересная группа. Они уже поняли, что такое студенческая жизнь, поэтому успешного дальнейшего пути и пополнения рабочего класса, которым мы всегда гордились, гордимся и будем гордиться, это наш Ленинск-Кузнечане. Поэтому дай Бог, что они останутся у нас в городе, дай Бог, что они пополнят наши угольные предприятия и будут достойно прославлять шахтерские династии и будут кавалерами шахтерской славы. Студенты горно-технического техникума познакомились с самыми разными направлениями, в которых можно реализовать свои способности. Главное, чтобы было желание развиваться и проявлять себя. Приобретенные знания и навыки обязательно помогут ребятам стать лидерами студенческих инициатив в профессиональном образовательном учреждении. Анна Ашуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.